Социальное предпринимательство – это бизнес-решение социальной проблемы. Например, услуги людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам, центры развития и досуговая деятельность, интернет-магазины, есть и экологическое, спортивное, информационное направление. Областной проект «Центр инноваций социального предпринимательства» выбрал Новоуральск как пилотную площадку, так как в нашем городе много креативных, инициативных людей со множеством бизнес-идей. Суть проекта в том, что я хочу создать в городе предприятие, которое будет перерабатывать пластиковые отходы и затем эти отходы превращать в нужное вторичное сырье, которое затем нужно предприятиям наших различных отраслей промышленности, как текстильной промышленности, так и в сфере строительства, так и в разных бытовых предметах. То есть это очень много сфер, где эти полимеры могут использоваться. Наш проект заключается в том, чтобы на территории Южного района разместить 18 контейнерных групп для селективного раздельного сбора бытовых отходов. Во-первых, уменьшается вред экологической обстановке, экологической среде, а также те бытовые отходы могут быть переработаны, и они будут сдаваться на перерабатывающие предприятия, ну и на производственные предприятия, использующие вторсырье в своем производстве. Довести идею до воплощения и помогает эта программа. 21 июня защитили свои проекты 10 начинающих предпринимателей. У нас сегодня знаковое событие, потому что наши участники после первого этапа креатив-сессии пришли к нам. Очень воодушевленные, очень горящие, но при этом слабо себе представляющие, что за процессы их ожидают. И когда мы их в эту среду погрузили, они у нас сначала пребывали в шоковом состоянии, потом поняли все плюсы, которые они получат в ходе акселератора, и активно взялись за работу, преодолевая себя, работая над собой. Итог у нас сегодня. Проекты готовы, ребята тоже готовы. Более того, они активно и жаждут активно включаться в предпринимательскую деятельность, поэтому мы надеемся, что для города это тоже серьезный шаг в развитии именно социального бизнеса. Важно, что участников не отправляют сразу в самостоятельное плавание. Фонды поддержки предпринимателей, администрации и госкорпорация «Росатом» помогут подобрать инструменты для реализации идей. Попали мы с этим проектом прямо в целевую точку. То есть для нашего города это на самом деле очень актуально. Конечно, хочу сказать спасибо за поддержку этого проекта и госкорпорацию «Росатом», и областной фонд поддержки, администрацию города. Конечно, когда работает такая команда, да, то намного все делается проще, быстрее и эффективнее. Впереди у участников еще много мероприятий, в том числе и по обмену опытом с другими муниципалитетами. Мы будем в дальнейшем думать, как мы будем внедрять проекты, которые здесь сегодня увидим. Затем мы хотим в Новоуральске, чтобы у нас состоялся слет предпринимателей социальных, и уже все социальные предприниматели, которые у нас появились, либо обучились, они приехали сюда, пообщались и еще, возможно, подучились. Областной слет предпринимателей в социальной сфере запланирован на сентябрь этого года. Площадкой его проведения станет выставка «Инна Новоуральск-2018». Мария Антонова, Николай Ларионов, Геннадий Донгузов. Новоуральская вещательная компания.